скромный черно-белый костюм не может скрыть ее влияние. Кристин Эрб – главный редактор немецкого Vogue. Она расставляет акценты в мире моды. По ее инициативе в Германии стали проводить акцию Vogue Fashion's Night Out. Кристин Эрб сама отбирает молодых дизайнеров и оказывает им всяческую поддержку, вплоть до раскрутки. Дизайнеры должны суметь продать свои работы, чтобы продолжать творчество. Им необходимы связи с представителями бизнеса, которые я помогаю наладить. Я многих знаю. Кроме того, мне очень нравится открывать новые таланты и выводить их на сцену. По образованию она – модельер, работает в журналистике. Уже 9 лет Кристин Эрб заправляет в редакции Vogue. За этим журналом решающее слово в вопросах моды. В сентябрьском издании «Анализ конъюнктуры» Vogue 2012 год принес хорошую прибыль. Но еще 3 года назад изданию пришлось столкнуться с серьезными проблемами на рынке рекламы. Тогда и решили впервые провести акцию Vogue Fashion's Night Out. Начинающийся экономический кризис послужил сигналом к тому, что мы должны взять на себя роль посредника между дизайнерами и торговлей. Мы были уверены, что наша поддержка необходима. С помощью этого мероприятия главный редактор Vogue надеется стимулировать желание потребителя покупать работы модельеров. Дизайнер Доротея Шумахер с самого начала принимает участие в акции Vogue. Это помогло ей добиться известности и основать 45 магазинов по всему миру. Люди встречаются, чтобы провести время за интересной беседой и бокалом шампанского, а затем поддаются соблазну, начинают смотреть по сторонам, как бы между делом. Взгляд останавливается на том или ином предмете одежды, при желании его можно примерить. Такой непринужденный шопинг в хорошей компании доставляет удовольствие. Этим вечером свои двери открыли более 200 бутиков в Гамбурге, Мюнхене и, конечно же, в немецкой столице моды – Берлине. Цель Кристин Эрб – заинтересовать покупателей, которые до сих пор обходили эксклюзивную одежду стороной. Этим вечером они могут принять участие в фотошутинге. Безусловно, Берлин – самый многонациональный город в Германии. С его особым очарованием Берлин – отличная площадка для начинающих дизайнеров, многие из которых, кстати, обучались за рубежом. Ситуация в мире моды наладилась, но Кристин Эрб намерена продолжить проведение акции. С каждым годом в ней участвует все больше бутиков.